Приветствую вас на своем канале. И сегодня в этом видео я продолжу разговор об аккумуляторной цепной пиле Зубр. Прошло приблизительно 2 недели после того момента, как я начал пользоваться данной аккумуляторной пилой. Ну и сегодня я поделюсь с вами впечатлениями о ней. Ну, а также покажу, как она пилит. Итак, по моим ощущениям, мощность ее составляет приблизительно 1 киловатт. Вообще был поражен, что аккумуляторная пила может так довольно-таки неплохо пилить. Конечно, это послабее, пилит она помедленнее, чем, скажем, штиль МС-180, но что есть, то есть. Так, еще один из ее плюсов, что мне понравилось, что она под собой вот здесь не оставляет масляных пятен. При том, что бак у данной пилы масляный, вне зависимости от того, насколько он запален, хоть полностью, хоть частично, одного масляного бачка хватает здесь на зарядку вот этих двух аккумуляторов. Аккумуляторы у меня стоят 18 вольт, 4 ампер часа каждый. Работает только от двух аккумуляторов. От одного работать она никак не может. Так, сейчас я вам еще кое-что покажу. Проверю. Ага. Сейчас я ее снял с тормоза. Нажимаем. А что-то она пищит у меня. А это я плохо подсоединил аккумулятор из-за этого. Видите? Так она у нас работает. Пищал из-за того, что я плохо аккумулятор подсоединил. Сейчас поставим ее на тормоз. Нажимаем на клавишу. Увы, работать она не хочет. Но я в прошлом видео говорил, что здесь тормозной ленты нету. Вот этот вот рычаг тормоза, он, к сожалению, да, только размыкает выключатель, и при этом цепь перестает вращаться. Ну а сейчас мы попробуем распилить вот эту вот осину. Я покажу, как она пилит. Диаметр здесь 25 сантиметров. Сейчас я ее поставлю на этот чурбак, и вы увидите.